Когда-то жители Золотой Гортавы были и свободные души. Пока президентом Золотой не стал этот Сукерсен, первые 5 лет его правления были неплохие. И давая надежду на светлое будущее всем жителям Золотой. Но потом в Гортаве пришло его ведь. Они свергли настоящего вора и предателя своего народа. Вот эта ситуация воспользовалась на Сукерсен. Он отправил войска в одну из регионов Гортавы и провел там якобы референдум за входение в стаб Золотой. Это было подло, но ему это удалось успешно. Из-за успеха он начал совершить то же самое, но с другим регионом – Пахпас. Но не вышло. Однако половина работы была уже сделана. Пахпас уже бушевает солдаты Золотой и вела своя пропаганда. Солдаты Гортавы решили выгнать солдат Золотой с Пахпаса. И это все дало локальный конфликт, продолжался 20 лет. Но потом началась полноценная война. Потом его на смерти, среди них и дети, много детей. А внутри Золотой пропаганда его со всех сторон. Мне по большому говорил, что в Гортаве фашисты, что в Гортаве нацисты. И что солдаты Золотой их спасают. Хотя по действиям солдат Золотой, нацисты и фашисты тут как раз таки не солдаты Гортавы. Замыслив, кто это видел, не мог молчать и терпеть, я до сих пор садил их в тюрьму на 20 лет. И его стрелял, якобы детская бы не создалась в ад. Война продолжалась полгода, за асфальт я проиграл. За асфальт я проиграл, за асфальт проиграл все те захватные территории ранее, а потом сам за асфальт начал разговариваться. И некоторые территории отошли сами, в чем теплотизм. Несмотря на это, Сукерсен правил за Золотой дальше. Были, конечно, попытки переворота, но все потерпели фиаско. И тут, за то, что он наделал соседям, за то, что он сделал скульптуру Золотой, за то, какой бой он дал своему женоходу, выхожу я. Я убью эту сволочь. Кажется, ночка будет холодной. Накину куртку. Кто-то во дворце решил помочь мне. Нужно его встретить. Лишь бы это не портало. Предполагаю, это вы. Камил Откручен и весь особняк Откручен от любой связи с внешним миром. Также хакеры атакуют сети дворца. Так что они не смогут выйти даже в тюнет. Я, пожалуй, сделаю, что обещал себе уже долгие года. А вам пожелаю лишь удачи.
Подавайся! Тут подавайся! Не могу, пока у меня есть семью. Но это не важно. Знаю такие двери. У знакомого выбить не получилось, так у меня не выйдет. Нужен ключ. Меня слышно? Садись сюда, я рад. Ботай! Водить сюда! Готовься! Бегу! Нет.
Уйди, подавай! Засад Вика из Тона. Мочи. Мотай. Обхожу. Нет!
матом летим. Мы повторим. Запечет капрол и бутылку спирта. Ты что, не уважаешь ветеранов? О, нет! Пытовская тварь. Мочим его. Ты не знаешь.
попадаем на почву. Он привел меня в нужное время и в нужное место. Зумею тебе пухом. Вся страна должна усвоить этот урок. Я повешу этого сукина сына в центре города на самое видное место. Пусть его тут будут все. Thank you.